Тюменские студенты могут устроиться на работу в финансовую организацию еще во время обучения в ВУЗе. В Совкомбанке продолжает действовать программа, благодаря которой можно совмещать работу и учебу. По словам руководства учреждения, одно из немногих, где дают возможность молодежи накопить опыт и даже продвинуться по карьерной лестнице. Желающих устроиться на работу оказалось немало. Для них провели ознакомительный урок и рассказали об основных требованиях к работникам банка. Мы сейчас приглашаем студентов и имеем возможность студентам предложить уже на текущий момент сотрудничество с нашим банком. У нас есть первоначальная должность – это финансовый консультант. Это не стандартный финансовый консультант, который стоит около входа и распределяет клиентопоток. Это тот человек, который работает с клиентом, который обслуживает, оформляет кредиты, вклады, переводы.